О, папа ворота открыл. Плохо, пошли так. Джордан! Ух ты, мой сладкий. Иди сюда, иди сюда. Ты мой сладкий. Как дела? Как дела? Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. А послышь мою машину? Ну что за резина? Prime, папа... А, это папа поменял зим. А где? А где? Пап? Ты вообще не слышал, бля? Бля, в армии же, бля. Ну, куда ты пропал? Уехал, бля. Я думал, тут жениться, бля. Поехали, бля, они все хотят, чтобы ты покатался на машине. Давай. Так, куда тебя? Я это сниму. Я это сниму, я один лег что-нибудь. Если понравится, я тебе не отдам его. Давай. Дай я тебе, бля, чербет нужна. Это что такое? Это Селя заказала купу откуда-то. Да, поехали. Здравствуйте, говорят, пап. Здравствуйте. Я вообще для машины купил, сейчас покатаю. Поехали. Я, мы же следующий тебе хотели взять. Да, 5 лет это слышу. Нет, почему 5 лет? Полгода. Я же добавлять люблю. Если катализатор, что делает здесь? Надо было. Я думал, у тебя голубой. Машина? Да. Садись, что делать? Садись, я хочу тебе удобное место сделать. Я не знаю, что делать. Ого, это вообще не буду садиться. Неудобно? Вообще неудобно. Подожди. Ты далеко сидишь или близко? Нормально? Нормально. Что-то музыка меньше можно сделать? Конечно. Давай назад дом. Назад. Смотри, назад как на ручной торм нажал. Да, раз, да. Вот так. Подожди, я ворота закрою от этого. Ничего себе. Зеленый такой. А сколько там идет ищеков, сколько внутри? 500. 500 ищеков? Да. Ого. Как в Мерсе было, да? Я думал, меньше, думаю, будет. Почему-то. Я тоже так думал. Так, смотри, тут оп, бок и все. А вот. Меньше всякого будет. Вот. Что это? Это сзади показывает? Это камера, знаешь, это сейчас перед показывает. А, это сейчас выключится, все. Вот такая машина. Мягкая. Мягкая, да, но она, видишь, спортивная, низкая такая. Это зимой будешь? Твоего... Не, я не буду на ней ездить зимой. Прюра будешь ездить. Прюра, да, буду ездить. Это колеса не отмят. Да, здесь новая резина стоит. Чистый такой. Трасса машина. Я думаю, что там... А, трассовая? Будешь, да. Чего себе. Она хорошо едет, знаешь? Так. Ну, вот. Дурак ездил, как лягушка. Ее жабой назвали. Да. Нормальный мест, был приличным мужиком был, тебя опять разгильдяем стал. На Мерсе? Мерсе это для приличия. Этот для разгильдяя, помню. Опять разгильдяем стал. Надо женить тебя, что на машине стал. Тогда тебе... Тоже ручный, как у меня есть, что ли? Да. Вот, привет. Я один машин ездил, то есть 7 машин поменял. Я один машин... Свою машину отдал... Ты машина бетон, да? Свою машину отдал тебе? После этого все 2 машины. Я до сих пор... Тойота? Да, вместе отдал, все машины. Ничего, сейчас я уже этот... Уже смотрим тебе машину. После зимы пригоним. Мерседес и все. А BMW не хочешь? А? Я же не распиздяю. Вот там араб сидит. Где? Араб сидит.
50 цент, да? В турбине лишь сидит. Так, видишь, кожа везде, даже тут везде кожа. Да, сделано хорошо. Но залезать туда очень трудно. Я хорошо залезаю, знаешь? Я маленький. Как жизнь собой поправится, все. Почему все с женами поправляются, да? Почему все с женами поправляются? Жрёшь, зато у тебя косяк, блин. Не с женами, возрастом поправляешься. Трассу надо ему. На трассе? Да. Высоваться поеду, на нем поеду. Нет, на нем душно, на нем поеду. Успокоивание, душно. Один раз можно поехать, да? А? Один раз можно поехать. Это понтоваться, да? Да. Первый раз, чтобы мы видели, как дома. На твоем прямом поеду. Тройка, на тройку поедем. Тройка уже почти готова, все на успех. Хочешь даваться, теперь дочь готовит на тройку. Ее муж вообще бешеный. Да, в комфорте. Ехали, кайфовали, наверное. С кем ехал? Где? Сюда? Да. Один ехал? В Ставрополь, один ехал. А, в Ставрополь с Сэмом ехали, с деньгами. 10 миллионов в чемодане ехали. А чьи деньги были? Мои. Так, попугали его? Да. Спали с чемоданом, знаешь? А так не пригодил, что ли? Не, наличка в Москве взял. Ты же 20 давал ему. Кому? 20 ему давал в тысяч. Да. Не, 20 тысяч рублей дал ему. А, 20 тысяч рублей дал. Да. Да что-то не поудет, одни машины, блядь. Газонт хотел. Сейчас они проедут. Утри красивые. Да, новые. На сколько тебе эта машина? А? На сколько она? Не знаю. Сначала тебе куплю, уже пока тебе не куплю, уже не поменяю. На самом деле красиво стало. Так, ночью горит красиво. Ух, покрутили. Ну, блин, не хватает. Бока хотел поставить. Дрифт я хотел зайти. Уедьте, ну все. Да, хотел. Не, я говорю, да я думал, ты в дрифт сейчас зайдешь. Не, это же я же этот. Это вы так любите, блин. Понтоваться. Я очень себе попонтовал. Такой свет не хватает, блин. Давай попонтуемся мы тоже, блин. Шаурма. Вот, смотрите, здесь как сделали. Эти фонари, фонари поставили. Ну, очень горит красиво. Везде горит. Светло, светло. А все равно цивилизация прошла. Да нет, ты что, не катался? Да, я по девочкам поеду, вот тогда их буду катать. Буду. На трассе? Блондинки. Они будут фоткаться. Сразу машина теперь видна, сразу узнают, знаешь машину? Да не хочу так. Я меня на боди ничего не заметно. Это машина будет ехать, все будет снимать, видео будет. Сразу пойму, где что стоишь, да? Да, ничего. Когда женишься, надо другую брать. Один раз девочка красно поехала, а штраф будет вручок. Хорошо, я все, смотрю, девочка сидит. Точно. Позже я взял его. Камеру снял. Она только назад, блядь. Че, ты таксовать будем? Таксовать? Шашки поставим. Смотри, место как бы. Там есть место, конечно, но я. Большие люди не поместятся. Нет там никого, не наши. Нет никого? О! О! Ами здесь. Катаю, блин! Парковку. Мои поздоровы. Кататься не хотите? Сельмет купил, короче, двери нету, а? Салам алейкум. Эй, да я вам отказываю. Салам алейкум, Асян. Как дела, нет? Ты не поместишься, куда катать ее? Я без меня не выключаю. Все, поехали вы? Я без меня не выключаю, куда мы едем? Все. Эй, хайли кадем лёжа. Вот ему подвели, мне. Ну ты за рулем. Да, правильно, Слава. А что, откуда? Заднюю хочешь включить? Влево и туда, как на передаче. Не хочу я, вот больше тебя будешь. Нет, не идет. Садись на свою машину, блин. Аллах развелся, Сава. Поздравляю. Это для распиздяев. Мы его до мест. Садись, не поехал. Поздравляю. Спасибо, брат. Спасибо. Красиво. Спасибо. Меняемся? А? Меняемся? Нихуя у него, блядь, что за хуйня? Не проедет? Блядь, тебя покатать? Да. Пап, или сам поедешь? Я не поеду, я, блин, нахуй. Выходи нафиг. Я не буду выходить нахуй, спасибо. Иди, иди, чай, кофе пей. Лево и туда вперед. Задняя включается. Давай, отходи, что, готовимся? И вперед, вот, это задняя. Все. Нет, стой. Раз, два. Все. А прямо ехать просто в бок. Да, я понял, это я знаю. Все. Я буду отвлекать тут, смотри. Вот, Лера, Дагира, блин. Дагира? Блин, что?
Сколько лошадей несет? 500. 500? Да. 500 лошадей несет. Вот для него здесь здоровье. Ох, блин. Че, быстро? Баб, нормально газанул ты? Че, все? Нормально, все, отлично. Бомба, так и так. Так, где ты куда кофту, блин? Где ты, а? Нормально. Все, поехали, блин. Когда поедем? Куда поедем? Давай. Поедем, да? Поехали, чувак, брат, я говорю. Работай нахуй, блин. Все, вправо и все. Че, ты уже, смотри, привык, да, газ дал? Он, блин, мощный, вообще, тот месяц такой не был, ты еще мощный. Да. Набирает, да? Да. Я сегодня уже подошел, и пацан говорит, что, говорит, купил за сколько? Я говорю, я не знаю, в кредит взял, говорю. А ну вот так нажми. Сейчас газани. А? Сейчас нажми на газ. Ну, вот я лучше, да. Лучше стало? Дергался, да. Маме понравится машина. Мама BMW нравится. Машина, да надо, да? Туда мама отвез, я отвез маму на это. На чем, на Мерсе? Не, на БМВ. А? На свою машину поехали, к врачу. Так. Оставили. А я что-то лег, сейчас вот дождь идет. Это ключи в зажигании. Ага. А я уснул. Как так нету? Отключил. Погулял час, опять нету. Мамы нету? Нет, это... А, зажигание нету? Сел акиматор. Включил зажигание, уснул, понимаешь, сел акиматор. Ходил, потом мама вышел, чел, не знаю. Пошел мужик, какая-то, подошел, один человек, все, у него все есть. Да? Загнал. Мама говорит, так, ну на машину-то останься, вытащили. Мама тоже толкала? Она толкала, я сидел за рулем. Хабиб! Это режим именно он готовый такой постоянно. Вот такой, видишь, он дерганный. Звук красивый. Да, люди мешают, блин. Мешают. Что он делает? Сверху. А так, если что, можно так выключить звук, но выхлопа не будет. Как на той было? Короче, нормально. Так расход, когда едешь, вот так быстро постоянно. 18-19, когда медленно 10. Тоже такой же мотор, как на Ешке. 3 литра. Это да, это уберет. Все, убрал ты. Ну так, в общем. Это. Нет, пантоваса будешь, так ключ. Пантова, ты сейчас отключишь. Так и делаем. Да не, на снег не буду на ездить. Жалко вообще. Есть хорошо. Ну, я снег не буду на снег. Для снега Жигули Приора, вон. Достаточно. У тебя высокого, короче. Вот тут посмотрю. Ну, вообще не посмотрю. Загрузил кататься, загрузил. А, ключ показать. Ты хочешь ключ показать? Улица Гельцина написана, видишь? Улица Гельцина. Да, вижу. Прямо здесь, да, ты получается все, да? Да, здесь она нарисована. Тут тоже есть. Вот и здесь она. Ой, пап, справа, смотри, не дозорок. Смотри, ключи какие. Открой, открой. Это чехол, это чехол такой. Вот, смотри, как ключи. Я могу завить, она с ключа заводится. Вон, нажал так. Завелась, подождала, пока согреется. Наша улица, думаю, сейчас было. Да, вообще, я еле ехал сюда, да. Как на тройке было? Вот точно так же. Приор, да, я сейчас поеду. Место высокий был. Мерс, да, высокий. Он еще поднимался. За Приор скоро поеду вечером. Забрать на вокзале осталось. Бедно. Мини-недели там стояло. Этот, зайдешь, не зайдешь? Аккумулятор хороший? Да, хороший аккумулятор. Там все хорошо. В Москве видел, что мы брали? Субару. Что делали? Ее продали? Вот, а, мы ее продали и розыгрыш сделали. Денег. А так она конкретно. Полный привод.
Ну, зато снег, нет, нам не страшно было вообще. Говорят, Рамис, говорят, это не встает, говорят, вас смотрю. Рамис не встает? Это работает, говорю. А что, он не работает, что ли? Не знаю. А, пап, знаешь, что нам будет? Болгарка есть дома? Все есть, маленький болгарка. Давай, давай обрежем вот этот, который внизу торчит. Хотя бы сантиметр два, вот это. Не отрежу его. Ну такой баба везет на работу. А что, не доходишь сейчас? Ну, на всякий случай. Потому что когда у меня BMW тройка была еще вот эта, серая, цепляла еще тогда. Я не знаю, отрежу его. Даже Мерс иногда цеплял. Это как, а ты за мной даешь? Половину, чуть-чуть выше. 1-2 сантиметра. Давай вот так посмотрим сейчас. Поставь этот на этот покупку. Все, покупка стоит? Да, все. Выйдешь? Да я, бля. Видишь, он как? Это вот так встал, это я машиной подвинул, видишь ее? Сейчас посмотрим, насколько можно пилить здесь. Ну нормально можно пилить. Я сейчас посмотрю. Это ты задел машину, что ли? Это эта машина, это не этой, другой машина. BMW задел я так. А вот узнал, это есть надо. А вон где этот? Заржавело где, видишь? Вот и полезал. Да, даже чуть меньше. Видишь, задели, как? Да, если у тебя собой, да? Да. А, да, ударяться что ли. Багажник тоже нормально. Сзади не видел уже, да? Это... Так открывается? Нет. Это откуда вы взяли? Это ее, вот эти. Как я на Мерседесе делал уже. Они тоже сделали? Да. А документ на 400 тоже меня гасили? Не, 500 на. Багажник нормально, внимание. Я большой. Колеса разные, знаешь? 20-й сзади, 19-й спереди. Ну, как было тогда? Нет, 20-й и 19-й колеса. И ты наоборот была? Нет, 20-й. А, утащили, утащили было просто. Да. Утащили. А здесь разный размер. Пойду в дом потрогать. Давай, я поеду тогда. Я не обманываю папу. Я просто не хочу, чтобы он волновался и переживал, что в машине 700 сил. Ну, как вы этого понять не можете? Это же очевидно же, ну? Давайте мне, типа... Зачем мне отца обманывать? Не, не похуй, пацаны, поверьте. Это он так говорит, он уже переживает. Я же вижу по его глазам, что... Я ему говорю 500, он уже запереживал, видишь, чуть-чуть. Это он, блядь, со стороны. Твою, твою мать. Не, пацаны, идите нахуй, Валь. Со своим М2 нахуй. Это такой звук издает, потому что резина новая, и она цепляется. Ну вы поняли, да? Ну, я еле нажал, блять, будто еле нажал. Дай мне один включил и все. Твоя ебанутая, что ли? Твой. Страшно, нахуй. Больная ебанашка, брат. Ладно, минусы, говорю, машина, минус. Минус. Непонятно, для чего сделали вот эту крутилку, почему она не для звука. Вот это вот, конечно, на Мерси удобнее. Смотри, что она делает. Видно? Вот я треки переключаю. Видно эту хуйню? Блядь, раз. Нихуя? Вэпснюс! Нормально? Но тут плохо будет, да. Мам? Здравствуйте всем. Ты коллекцию уже собираешь? Да, потихоньку. А? Изумрудная. Не зря жёг, где? Не зря. Ну, это очень местная. Да. Не знаю, но она это низкая, не как те машины. Да, как те машины было у меня. И на кинете? Ёх, что нет. А так где-то мы отдохнули. Ключом дадут. Güzel, çok güzel. Hadi toylara nasip etsin. Amin. Gelin oturursun, gelsin. He, sırası buraya getirdim. He. Что, идея хорошая, такси машина этим я зовут. 2000 чисто. Да, и ты за руль. Никого так не было. Хайрлы уголы олсун,
Вверх смотрим? Слава тебе, слава тебе. А, все, да, давай.